Для студентов первого курса стартует интеллектуальный конкурс «Будущее России». Главная цель – выявление и поддержка талантливой молодежи. К участию в конкурсе приглашаются студенты, имеющие достижения в школьные годы, обладатели золотой или серебряной медали, победители и призеры региональных и всероссийских олимпиад, а также ребята, набравшие от 90 до 100 баллов за любой предмет в рамках ЕГЭ или внутренних вступительных испытаниях. Победителем интеллектуального конкурса «Будущее России» назначается повышенная государственная академическая стипендия. Сроки регистрации, а также первый тур продлится до 15 сентября.